Сайт WikiLeaks начал публикацию электронных писем Джона Бреннана. Он был главным советником Обамы по борьбе с терроризмом, а в 2013-м возглавил ЦРУ. Сообщения, содержавшие информацию о разведывательной деятельности организации, хранились в одном из личных ящиков политика. Хакерам удалось получить информацию об отношениях США и Ирана, трагедии 11 сентября, а также применение пыток во время допросов подозреваемых в терроризме. В открытые доступы попали номера социального страхования, паспортов и адреса не только членов семьи, но и соратников главы ЦРУ.